Всех приветствую. Сейчас я нахожусь на полевом выходе. Это велосипедом 52 километра сюда, ну и 52 будет обратно. Мне 59 лет. И немного увлекаюсь здоровым образом жизни. Ну и, соответственно, делаю кое-какие физические упражнения. Ну, в данном случае очень интересная тема по подъеме переворота, который я начал делать, по-моему, в 2013 году. Это самое, ну уже так на количество раз. Ну и что мы имеем? Ну, имеем то, что ну, уже какая-то уже практика есть. И автоматизм выработался по поводу выполнения этого упражнения физического. Ну и благодаря каким-то опыту и приобретенному хочу поделиться с вами вот такими мыслями и так далее. То есть хочу развенчать вот этот миф о большом количестве раз подъема переворота. Ну, на вообще получается, что вот там, допустим, человек сделал там 100, 200, 300, 800 раз подъем переворотом. Это самое. Ну, кажется, это какое-то ну немыслимое дело. Но на самом деле хочу вас уразуметь, что это упражнение, это, ну, можно сказать, полутехническое. То есть, имея навыки элементарные выполнения этого упражнения, можно ее довести с нуля до, ну, допустим, 800 раз, там, по-моему, мировой рекорд подъема переворота. Ну, что мы имеем? Вот я делал, у меня есть и записи ранние. Там я старался, так как я служил в Южной группе войск, и там есть годовщина создания Южной группы войск. Там 58-я годовщина, там 62-я, допустим, годовщина. Сейчас другая годовщина создания группы войск. И я под эту годовщину ну, старался вот делать количество раз подъема переворотом. Там 58 сделал, потом 62 даже сделал, там на видео записано есть. Ну, это все оказалось, ну, можно сказать, просто ну, несерьезно. А почему? А получается, что, допустим, все подъемы переворотом делают с фиксацией, то есть верхней точки на вытянутых руках, немного даже опираясь животом от перекладины. Человек ну, на 1,5-2 секунды отдыхает. Ну, соответственно, получается, что я, ну, может, кого-то больше, может, кого-то, если, допустим, возраст не такой, как у меня 59 лет, может, там, допустим, 30 лет человеку, то он, допустим, за полсекунды может восстанавливать силы. То есть мгновенно расслабил мышцы. И это самое, они восстановились. Ну, у меня где-то 1,5-2 секунды восстановления идет. То есть в полном смысле слова этого. Где-то, как показывает практика, ну вот персонально я, допустим, 20, где-то 25-28 раз уже идет подъем переворотом. Ну, где-то уже дыхание сбивается. Ну, практически уже даже думаешь про себя, ну, дотяну я или нет. Ну, то есть уже идет такая легкая задышка, то есть нехватка воздуха идет. Ну, потом где-то на 45, где-то так, 48, уже полностью восстанавливается и дыхание, и все, и ритмика вот это. Ну, и там дальше уже работаешь, как говорится, на... Как говорят летчики, на автопилоте все идет. То есть даже не задумаешься, уже и дышишь, там что-то про что-то свое думаешь и выполняешь это упражнение. То есть, ну вот последний раз я делал на 62-ю годовщину. То есть это 62 раза подъем переворотом. И там получается, что
62 раза сделал, но больше уже же не надо, потому что 62-я годовщина. Ну, еще там один я раз сделал, потому что думаю, может там где-то на видео буду пересматривать, считать. И это, где-то может ошибся, когда считал, там, чтобы меньше не было. Ну, там, допустим, 63 сделал я. Плюс один, как говорится, 62 плюс один. Но делая 62-63 раза, я уже чувствовал, что я уже вошел в ритм, и можно было и дальше продолжать. Потом, уже не на видеокамеру, я попробовал, что действительно такой эффект есть, что, как говорится, автопилота вот это. Да, действительно, практически можно 100 раз делать. Ну, я там, получилось 62 плюс, 60, плюс 100 раз еще добавил, 100. Потом больше так и теоретически не захотел делать. Потому что очень долго получается, там около 32 минуты, по-моему, получилось 162 раза. Ну, это если вот так даже представить всем возле турника, просто взять и постоять вот так возле турника 32 минуты. Кто выстоит? Там будешь и так, и сяк, и на одной ноге будешь стоять, и на двух, и так далее. То есть даже простоять возле турника очень сложно. Ну, длительность времени большая. Ну и получается, что это упражнение, ну, такое, да, просто можно сказать, что там похвастаться, что я там 200-300 раз сделал подъем переворота, ну и все, на этом заканчивается. Но оказалось все гораздо проще. Я вот вас всех призываю, кто занимается подъемом переворотом, тренировать себя не на количество раз, а на вот эта выносливость, то есть, чтобы ритмика нормальная была, чтобы дыхание было нормальное, чтобы ты чувствовал себя отлично. То есть, ты делаешь подъем переворотом без фиксации. То есть, практически, сейчас я вам продемонстрирую это все дело. То есть, делается упражнение без фиксации. Сколько вот то смог, сколько сделал. Ну, практика подсказывает, что 14 раз без фиксации, если человек сделал, это гарантированно 200, то есть больше сотни он свободно сделает. Ну, это около 200 раз. Если человек делает 16 раз, это уже, минимум это 300 раз он сделает тоже элементарно подъем переворотом. Вот такая. Сейчас хочется продемонстрировать вам два варианта. Это первый с фиксацией, то есть в верхней точке мы фиксируемся и потом опять делаем подъем переворота. И без фиксации это тоже будет показано. Ну, перекладина деревянная, но уже немного испытанная. Так что сейчас покажем все. Первое это с фиксацией. Раз, зафиксировали. Зафиксировались. Второе без фиксации. Практически упражнение одно и то же, но получается, что в верхней точке мы немного отдыхаем. Ну, немного опираемся животом от перекладину, делаем расслабление мышц и, соответственно, прилив крови новый, и мышцы быстро восстанавливаются. Без фиксации, конечно, здесь уже и дыхалка работает. И все, и мышцы работают полноценно. И практически получается, что если ты сделал 14, допустим, раз без фиксации, раз, раз, раз пошел, то это означает, что ты соточку или 200, ну я не пробовал так, но вероятно всего, что и более 200 можно сделать свободно. Потому что такая вот ритмика из фиксации, она дает возможность восстанавливаться и
практически человек как огурчик. На 1,5-2 секунды завис в верхней точке. Он восстановился. И опять как огурчик делаешь, как говорится, с нуля это упражнение. Можно бесконечно его делать. Ну и можно как вот образно назвать, как вроде переноска воды в ведре. Пошел, набрал, понес, вылил. И так можно целый день носить. Также и можно с фиксацией делать это упражнение, лишь бы времени и просто теоретически хватило это самое. Теоретически хватило, чтобы ты выдержал. Вот такие дела. Раз, фиксация. Раз, восстановился. И так можно бесконечно. Для продвижения моего канала просьба подписываться. Там в комментариях какие-то пожелания, интересные мысли высказывать. Это все приемлемо. Ну, до скорой встречи.